У нас с женой была собственная компания по торговле недвижимостью, и с возрастом мы поняли, что в бизнес-пространстве мы вынуждены постоянно соревноваться с молодыми людьми. Мы всегда очень внимательно относились к своему телу, но я бы сказал, что очень важную роль в том, как вы выглядите, играет ваша генетика. Ходить в спортзал и правильно питаться – это один вопрос, но есть некоторые моменты, которые так или иначе с возрастом начинают вас беспокоить. И думаю, что именно на этих моментах, которые нас не устраивают, а не на положительных вещах, мы начинаем усиленно концентрироваться. Поэтому пару лет назад я сказал своему доктору, что когда мне исполнится 60, а это произойдет уже в следующем году в марте, я бы хотел пройти кое-какие медицинские процедуры в области шеи, возможно, также на периорбитальной зоне, и он предложил мне попробовать нечто другое. Уже после пары процедур я начал замечать разницу. Однажды я пришел домой, моя жена посмотрела на меня и сказала: «Ты изменился, выглядишь гораздо моложе». И я ответил, что это прекрасно, ведь это и было моей целью – выглядеть лучше. На что жена ответила мне: «Но мне бы не хотелось, чтобы ты выглядел моложе, чем я». И я посоветовал ей пройти те же процедуры, что и я. Это действительно очень просто. Применение ботокса гораздо менее комфортно. Аппаратные процедуры при этом более доступны и намного безопаснее, чем какие-либо медицинские манипуляции, в том числе хирургическое вмешательство. Обычно мы пытаемся избежать излишнего теплового воздействия, но, честно говоря, процедуры гораздо более комфортны, чем, например, использование горячего полотенца во время бритья. Они неинвазивны, абсолютно безболезненны, и вы сразу сможете ощутить результат. Изначально я был настроен скептически. Я думаю, вы понимаете, что с возрастом происходит с шеей. Появляется некоторое обвисание и дряблость кожи, и это очень расстраивает. На самом деле для меня это стало большой проблемой, потому что после бритья у меня каждый раз возникали порезы на шее. И моя жена спрашивала, что случилось, пользовался ли я старой бритвой, или, вероятно, я слишком торопился. На что я отвечал ей: «Нет, дорогая, это, я думаю, из-за дряблости кожи». Поэтому я обратился к врачу, чтобы избавиться от проблемы, которая мне мешала. Доктор уверил меня, что есть отличные процедуры, которые проводятся безболезненно и неинвазивно, не вызывают никаких ожогов и сыпи. После процедуры вы просто вытираетесь полотенцем и готово. Можете идти по своим делам. Конечно, все мы хотим хорошо выглядеть. Мы не претендуем на то, чтобы выглядеть на возраст наших детей или на 20 лет моложе. Но мы хотим оставаться в тренде, быть в курсе новейших технологий, постоянно развиваясь и совершенствуя себя. И мы используем это. Людям нравятся новые знания. Я думаю, что всем нравится работать с людьми, которые выглядят молодо, энергично, выглядят здоровыми и, конечно, имеют правильное отношение к жизни и к самим себе. Ведь чем лучше вы выглядите, тем лучше вы себя чувствуете, и чем лучше вы себя чувствуете, тем продуктивнее вы работаете. Поэтому дело не в том, что сейчас более востребованы люди молодого возраста, а в том, что если вы не следите за современными тенденциями и недостаточно следите за собой, вы рискуете быстро выйти из игры. Поэтому очень важно следить за тем, как мы одеваемся, чем питаемся, как следим за волосами и зубами. Это целый подход, и думаю, что вы сможете остаться в игре дольше, если его используете. У этого тренда есть название – Body by BTL. Но я бы назвал этот подход Body by Me. При этом процедуры BTL очень помогли мне исправить то, с чем сам я справиться не мог.